Заявки на участие в конкурсе подали 35 педагогов из дошкольных учреждений города. Ну а в финал вышли всего 5 воспитателей из 9, 19, 84, 86 и 117 детских садов. Они успешно прошли 2 этапа – эссе на тему «Я педагог» и творческую презентацию «Мой педагогический опыт». Ну а в финале конкурса «Лучшие воспитатели» приняли участие в импровизированном конкурсе «Профессиональный разговор», провели мастер-класс и творческую самопрезентацию. Конкурс проводится с целью распространения педагогического опыта лучших воспитателей города и внедрения новых педагогических технологий в систему дошкольного образования. Профессиональные конкурсы – это замечательный стимул для того, чтобы повысить свою компетенцию. Мы проводим конкурсы «Учитель года», «Психолог года», «Директор года», конечно же, «Воспитатель года». Это первый человек, который приходит к детям, который дарит свое сердце тепло, учит доброте, и, конечно же, этот человек должен очень любить свою профессию. В итоге победителем конкурса стала Людмила Олейник, воспитатель 86-го детского сада. Она будет представлять сочинскую систему дошкольного образования на краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани-2017».